Сами все 7 собак получают оценку очень перспективные. Может быть, был вопрос по последним 2 собакам, но они совсем-совсем еще юные. Может быть, даже первый раз пришли на выставку. Поэтому, наверное, не надо их сегодня наказывать. Я думаю, что в дальнейшем все будет складываться в лучшую сторону. По крайней мере, у них есть желание, у них есть пирамиды, достаточно неплохо. Поэтому они свои сегодня очень перспективы первый раз на выставке заслужили. 21. Хороший, крепкий, явный лидер. Среднего роста, крепкая, сухая, яркая, правильный длинный голова, достаточного объема. Крупные, крепкие уши, достаточно темные глаза, крепкая спина, чуть коротковат круг, хорошего объема корпус. Достаточно наклонное плечо, собака очень хорошо подготовлена, презентуется в ринге. Спасибо большое. Второе место у нас собак под номером.